Привет, меня зовут Лиза, я учусь в студии Кембридж. У меня интенсивный курс, поэтому я учусь с 9 утра до 3 дня. Первую половину дня мы занимаемся грамматикой, а следующую просто общаемся с нашими одноклассниками и развиваем наш английский. Что касается activities, мне не очень нравится. Так как я учусь до 3 дня, у нас есть только вечерние activities. Например, мы иногда ходим в боулинг, у нас есть караоке, или просто играем в какие-нибудь игры. Мне очень нравится это место. Я второй раз в Англии, и это место мне нравится намного больше, потому что я влюбилась в архитектуру Кембриджа, влюбилась в людей, которые находятся здесь. Я нашла очень много друзей и очень этому рада. И надеюсь, что в следующем году я снова вернусь сюда.